Так, товарищи, начинаем очередное занятие кружка по диалектике. У нас сегодня, так сказать, сложная очень задача. Значит, будем считать, что мы освоили все, что относится к цепи категорий, включая истинно бесконечное. Ну и вот надо совершить переход от истинного бесконечного количеству. И зайти в количество. Если в него не перейдешь, не зайдешь, то, естественно, перехода нет. Кто тут хотел бы вложить в это свой вклад? Что вы говорите? Ну, думаешь, кто-то ведь должен же. Нет, я этого перехода так и не понял. Понял, не понял, и переходить надо же, все равно. Независимо от того, надо или не надо, он переходит само. Разве не бывает такого в жизни, когда хочешь, не хочешь, как ты будешь переходить через реку, это никого не волнует в условиях, приближенных к боевым. Значит, что мы с вами знаем достаточно хорошо? Что истина бесконечная не оторвана от конечного, да? А это единство конечного, но единство конечного и бесконечного, но взятое как бесконечное, в котором конечное есть его момент. Раз конечное есть его момент, значит бесконечное тоже свой собственный момент. И, следовательно, бесконечное выступает как единство двух моментов, каждый из которых момент бесконечного, только один есть конечный, другой бесконечный. И вот как, взятые как эти моменты, поскольку конечный выражает собой вот то отрицание, которое дошло до конечного, которое само себя отрицает, то каждый из них отрицает друг друга, и каждый из них продолжается друг в друге. Правильно? Если они моменты, значит, они неразделимы. Иначе мы, так сказать, так мы всегда моменты понимали с самого начала, когда еще разбирали бытие и ничто в становлении. Правильно? Вот, это, так сказать, для нас не новость. А раз так, то вот надо сделать из этого вытекающие выводы с учетом того, что граница тоже получила свое развитие. Граница и долженствование, и предел. Да? И это развитие как раз к тому и привело, что уже нет никакой границы, потому что конечное – это нечто со своей границей, а это конечное теперь стало моментом бесконечного, и никакой границы между конечным и бесконечным нет. Или есть? Все согласны с тем, которые хоть утверждали, что трудно перебираться, но все согласны, как один с тем, что между конечным и бесконечным нет никакой границы. И мы впервые попали в ситуацию, когда вот разные категории, да, но между ними нет границы. Но поскольку между ними нет никакой границы, то конечное переходит в бесконечное, бесконечное переходит в конечное. Или поскольку конечное – это момент бесконечного, они просто неотделимы. Нельзя их даже, никак нельзя их разделить. И в силу того, что их никак нельзя разделить, с одной стороны, никакого выхода за границу тут быть не может, какому-то иному, нет никакого иного, правильно? Иного никакого нет, раз нет выхода за границу. Эти все уже выходы за границу позади. Мы вышли уже за пределы конечного, к бесконечному, и уже конечное вобрано в бесконечное. Поэтому нет тут границы, нет долженствования. А что есть? А вот есть такое бытие у нас, которое представляет собой бесконечное, в котором есть два момента, и один из этих моментов конечный. Вот для такой ситуации существует и особые названия для этих моментов.
один момент, это бесконечное, называется как? Как реальное, потому что он положительное, правда? Конечное – это отрицательное, негативное, а реальное – это положительное. Но в противоположность реальному, идеальное, только не в смысле того, что имеется в голове, а в смысле, не в смысле идеал, как пишется в науке логики со ссылкой на немецкий язык, а идил, имеется в виду, что это вот то, что есть лишь как момент. Вот то, что есть как исчезающее, вот это идеальное. То есть, хотя оно идеальное, его не схватишь, потому что оно сразу исчезает. В этом смысле оно идеальное. Нет такого, нет прочности, нет реальности в нем. А реальным является бесконечно. Бесконечная есть реальность, а это идеальное. И поскольку между ними нет границы, то, что мы имеем перед собой, то бытие, которое мы имеем перед собой, не может быть бытием для какого-нибудь иного. Правильно? Все согласны, что оно не может быть бытием для иного, поскольку иного здесь нет и не может быть. Потому что иное предполагает выход к иному, границу. Это же все позади. Поэтому почему мы начали хватать бытие для иного, скажем, не в себе бытие? Что? Почему мы начали хватать бытие для иного, а не в себе бытие? А потому что это то же самое. Если вы берете в себе бытие, то значит берете и бытие для иного. Нет, ну, в себе бытие не существует изолированное, а оно существует вместе с другим моментом бытия для иного. Они вместе родились и вместе умерли. Как моменты, в том смысле, что как вы можете взять в себе бытие, это равенство нечто с собой. А, значит, равенство нечто с собой есть только в единстве с неравенством нечто с собой, и иначе их никак нельзя взять. Поэтому, если я сказал о бытие для иного, считайте, что я сказал и про в себе бытие. Потому что никак нельзя их отделить. Раз они неотделимы, даже если я об этом не сказал, то фактически я это уже взял. Правильно? Вот, поэтому... Но здесь важно, что нет никакого иного, в отношении которого можно было бы говорить об этом самом бытии для иного. Какое это бытие? А если бы мы сказали, что это в себе бытие, но то, что получилось, то значит, это мы тем самым сказали, что есть еще бытие для иного. То есть и в первом варианте нельзя говорить, что есть некое иное, и нет никакого бытия для иного. И во втором варианте нельзя говорить. То есть либо мы прямо говорим о бытии для иного, либо через в себе бытие. Все равно нельзя говорить о том, что есть вот это разделение на все бытие и бытие для иного. Поэтому эта категория, которая у нас получилась, для того, чтобы зафиксировать тот результат, который тут получается, и берется категория, или представляется Гегелем категория, для себя бытие. И он специально даже говорит, кроме того вывода, который мы сделали, нам еще необходимо, так сказать, себя успокоить, утешить свое представление именно тем, что это совпадает с обычным представлением, что если никакого другого нет ничего другого, то значит это для себя бытие. Поэтому категория это называется для себя бытие. И вот для себя бытие, именно потому что здесь нет границы, мы начинаем обдумывать эту категорию дальше. Почему обдумывать? Потому что некуда нам бежать, ни через какую границу не перейдешь. И я хочу сказать, что вот завтра будет занятие по науке логики по учению о бытии в Красном университете. И там многие товарищи уже прислали, 10 уже прислали ответов. И некоторые товарищи, которые торопятся сразу это применить, уже говорят, только они узнали становление, что теперь вот становление, всякое развитие есть становление. И это правильно. Но развитие никак не сводится к становлению и не похоже на становление. Потому что развитие – это движение чего к чему? От себя к себе. От себя к себе. От стола сложенного. Да, но это более конкретное содержание. А движение от чего? От себя к себе или от какого-то одного к чему-то другому? Это движение от себя к себе или от себя к другому?
к иному. Нет, не к иному, правильно? Движение от себя к себе. Вот в этом смысле развитие. Это движение от себя к себе и что-то. И поэтому на становление развития совсем и не похоже. Потому что оно похоже было бы, если бы что-то было бы, можно было взять за нечто, а что-то за бытие. А тут от бытия к бытию. Правильно? И вот здесь то движение, которое мы наблюдаем. Ну как, вот подождите, вот в развитии, что мы же говорили, что когда развитие вот выходит за предел, это все нету, что ли, в развитии? Это понятия развития нету. А что вы взяли? Развитие – это движение от простого к сложному. От себя к себе. А там нет такого понятия. Капитализм развивается, социализм, он не вышел за свой предел. Нет. Пока капитализм развивается, он не вышел за свой предел. Или он постоянно выходит за свой предел, и этот предел постоянно в нем восстанавливается. Сам капитализм никогда за свой предел и не выйдет. То есть вы хотите сказать, что можно нам не заботиться о социалистической революции? Это, на это намекаете. Как бы нам облегчить нашу жизнь, да? А такая теория есть, что он будет развиваться, разовьется. Но он не может, он... Нет, я просто говорю, да. Что есть такая есть, теория. Есть, конечно, такая теория. Популярная в массах. Есть такая теория. Ну и потом вот этот сейчас, этот имманентный у него кризис, этот кризис, он его не выдержит, и что? И что? И опять рухнет. Рухнет их. А во что он рухнет? Капитализм. Во что он может рухнуть? Поэтому эти кризисы постоянно циклически появляется, исчезает, потом снова, и это нормальное развитие капиталистического производства, капиталистического общества. Циклическое развитие, на котором Маркс останавливал и говорил, что циклы эти связаны со сменой основного капитала. Потому что если капитал основной устарел, значит, вот начинается этот спад, потом этот кризис, потом меняет основной капитал, начинается подъем, и снова все возвращается на круги своя. Так что, когда говорят, что вот уже у нас постоянный кризис, у нас не постоянный кризис, у нас один прошел, потом новый проходит. Кризисы меняются, кризисы разные. Иногда их организовывают, эти кризисы. Сам человек, если он бьется вот в стену лицом, может попасть в кризис, как, скажем, сегодня Россия, благодаря нашему Центробанку и прекрасному денежному блоку, она уперлась в стену, потому что абсолютно, так сказать, закрыла все возможности получения кредита для нашей промышленности, для всей экономики, поэтому экономика стагнирует. Уже не по причине капитализма, а по причине дураков, которые сидят, так сказать, ну, дураки не простые, а дураки, которые еще более тупые, которые, так сказать, отойти не могут от своей дурости ни при каких условиях, поскольку у них в голове этот либеральные взгляды. На экономику взгляды 200-летней давности, когда как экономика давно уже государственно-монополистическая, а не капитализм и свободная конкуренция. И вот обращаю внимание у вас, что, скажем, наши руководители, экономические и политические, они не знают различия между двумя этапами капитализма. Ну и они еще знают, что такое империализм или монополистический капитализм. А как называется первая стадия? Я проверял. Не могут сказать. Первая стадия капитализма как называется? Константин. Капитализм свободной конкуренции. Вот это вот, Виктор Иванович подтвердит, да, что это неизвестные люди. И они вот живут представлениями капитализма свободной конкуренции, когда рынок там решает, конкуренция решает, уже конкуренция привела к монополии, причем последовательный сторонник конкуренции должен признать, что если я конкурирую с Павлом Борисовичем, то либо Павел Борисович меня побьет, либо я Павел Борисович. Побью меня, только вот успокаивает и тешит, что вот если Павел Борисович меня побьет, то государство будет поддерживать не его, хотя он более эффективно меня побил, а меня, потому что я буду тогда этот мелкий бизнес, а он будет крупный бизнес, и, так сказать, вот оно все средства будет направлять на мое развитие, а не на его. И никак это наше крупное производство не может подняться. А, скажем, корабли, машины, станки. Это все это крупное производство, это в ларьке и в гараже это не сделать. Так, возвращаемся снова. Значит, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вот этот наш, это наше бытие, которое мы сейчас получили, во-первых, оно не может быть никаким бытием для иного, поэтому оно для себя бытие.
Это в оправдании названия. Хотя Гегель мог бы сказать, ну, назову так и все. И мы не могли бы сопротивляться, поскольку он вот дошел до этой категории, объяснил ее природу и назвал. Но он говорит, что это и вполне согласуется с тем, что нет никакого иного, ну раз это бесконечное, что вы еще хотите за пределами бесконечного искать? Нету никакого другого и не может быть. И границы уже нету. Все это все вобрано в это самое бытие, которое мы рассматриваем. А вот второе обстоятельство, которое, так сказать, не так просто заметить, я должен сказать, откуда начинается все это движение, одно, многое, количество и так далее. Это все движение начинается из того, что теперь природа этого для себя бытия какая? Что тут отрицание. Тут не такое бытие, которое есть бытие, а в нем отрицание. Да? Мы до этого все так разбирали, все, что у нас было сделано, и все, что мы изучали до этого момента, связано с развитием определенности. Правильно? Определенных качества, реальность, отрицание, определение, качественное на бытие, и так, граница. И вот здесь мы попали в ситуацию, когда снова есть бытие, но это бытие положительное, естественно, раз оно бытие. Но как отрицание. Потому что бесконечность есть отрицание конечного. А в целом природа этого для себя бытия бесконечная, и в целом его природа отрицательная. Оно позитивное, положительное, но отрицательная природа у него уже. Потому что оно отрицание, а не просто вот положительное и все. Оно положительное, как отрицание. Можно сказать, что если взять так сказать, музыкальный образ, что вот эта мелодия уже начинается, которая будет в учении о сущности. Мелодия такого рода, что движение скоро будет от ничто к ничто. Потому что вот здесь есть конечное, которое отрицательное, есть бесконечное, которое отрицание этого отрицания. И в целом бесконечное для себя бытие – это отрицание. А раз отрицание в силу отрицательной природы, это бесконечно, оно должно двигаться, оно не может остановиться, оно не может успокоиться. Не только мы не можем успокоиться со своим кружком, но и для себя бытие не может успокоиться. Как оно может двигаться? Вот давайте подумаем на тему о том, что может вообще происходить. Оно может выйти за границу? Не может. Что тогда может происходить? Вот и начинаются такие плохо понятные или трудно перевариваемые рассуждения, на которые уже намекнул товарищ Юрков, ссылаясь на то, что я такую диалектику излагать не буду. Она мне не нравится. Как она может нравиться? Потому что там, так сказать, все, о чем ты говоришь, приходится говорить с отрицанием. Потому что, во-первых, раз это нет никакой границы, то вот эти два эти наших момента, они сливаются в одно. Так или не так? Непонятно. Какие два момента в одно слились? Реальность и идеальные. Почему они вдруг слились? Что, из-за не одно для себя бытие, что ли? Вот, и сливаться не надо. Моменты, моменты и так. Что бытие и ничто в становлении сливаются в одно. Да. Да. А что мы там вот так то, категория? Потому что там нет этого целого. Там есть возможность дальше двигаться. А раз там не это слияние не произошло, получилось наличное бытие. Одно-то там не получилось. Получилось наличное бытие, причем одно налицо. Одно. Почему это не получилось? Как это вы так интересно рассуждаете? А что является результатом снятия остановления, Кирилл Валерьевич? Наличное бытие и что? Что это одно? Или два наличных бытия получилось, что ли? Поэтому вообще одно даже наличное бытие, другое это наличное ничто, что ли, получилось? Такой вопрос. Нет, получилось. Там не вставал почему-то здесь. А вы, это нам объяснили, что вставал, уже получилось. Он не вставал, так. Но вы поставили вопрос об одно. Я, кстати, сегодня читал эти все материалы, там говорят, откуда эта первая категория? Еще тоже стали ко мне говорить, откуда, почему вы считаете чистое бытие первой категории? Что там все категории у вас пронумерованы? Для того, чтобы сказать, что это первая категория, начальная, не надо все пронумеровывать.
Не надо все пронумеровывать. Вот если, чтобы вторую уже назвать, может быть, надо начать нумеровать. А для первого это не надо. Так и здесь. То, что это одно, вот мы сейчас, идя вперед, мы оглядываемся назад. Вы же поставили вопрос, как такое может быть? Я как бы, так такое и было. И так, а потом, не хотите, я вам еще приведу на пути движения аналогичные случаи. Вот мы, у нас было три категории на нашем, так сказать, столе логическом. Реальность, отрицание и наличное бытие. Так? Мы доказали, что реальность есть отрицание, отрицание есть реальность, и каждый из них есть наличное бытие. И у нас эти три слились во что? В одно. Вам это вот ничего не, так сказать, не намекает вам ни на что, что вот уже раз было одно. Так почему оно не там было сейчас? Что? Почему оно не там? Что? Почему это не было? Было. Одно. Почему там? А потому что там было... Там вот то одно. Потому что там то не одно. Потому что из того, мы дальше шли к следующему, там получалось два. И вы хорошо знаете, что как только мы добрались до этого одно, и вы вашу гипотезу стали отрабатывать, Кирилл Валерьевич, вот это нечто, что это одно, выяснилось, что нечто есть в себе становление, а значит, оно еще не положено как становление, и будет сейчас положено. И вот оно положено как становление тогда, когда мы еще выяснили, что такое в себе бытие, в нем бытие, и бытие для иного, и получили, выяснили, что такое определение, и получили качественное иннобытие, и получили положенное становление, в котором есть два момента, каждый из которых нечто. Вот как же это одно? Значит, это никак не получается спокойное одно, это все разваливается снова на два. Не обратили внимания? А вот здесь, Кирилл Валерьевич, если вы даже захотите вытащить два, вам никак не удастся вытащить два. Почему одно? Как вы можете два здесь получить? Здесь два нету. Нету двух нечто, нету двух каких-то бытиев. Наличных. То есть есть два момента. Два момента есть, но нету двух. Это не два бытия. А бытие одно. В становлении тоже было бытие одно. Что? Становление тоже было одно бытие, а другое было ничто. Нет, становление не было бытием вообще. Становление не было бытием. В становлении было бытие? А вы целое становление-то рассматриваете, но становление не было бытием, а мы сейчас рассматриваем бытие. Бытие сейчас не ничто и не становление. Но он в этом одном выуживает пустоту, как качество этого одного. Он выуживает, но это не качество. Ну да, но вот как качество. Ну как качество? Ну не качество. Вот дело в том, что все, что здесь, вот здесь приходится все говорить с отрицанием. Вот он говорит, для одного момент такой есть, для одного, потому что вроде бы как это для себя бытие имеет отрицательную природу, то есть оно как бы куда задвигаться должно, а куда оно может двигаться? К тому же самому, к себе оно и может двигаться, то есть к такому же неразличимому, в котором ничего не различается, тоже к одному. Нет границы. Никак вы не можете отделить. Я, кстати, должен сказать, что вот, учитывая, что мы все-таки материалистически понимаем эту науку логики, и мы вот как-то с вами рассматривали вопрос, когда о бесконечном и о конечном, и о реальности, и идеальном, то мы рассматривали общество и человека. Вот если посмотреть на это самое, на общество как на для себя бытие, а на человека как конечный в этом бесконечном, да? Человечество. Как момент. То, во-первых, человечество это многое, как одно. Как одно. Ну, многое, но как одно. Общество одно. Одно общество у нас или не одно? Кирилл Ильич, вы выступаете против одного, одно. Стали выступать. Общество, не знаю, что имеется под обществом. Человеческое это... общество одно или семь? Человечество одно, да. Вот. Человечество одно. А но людей-то много? А одно это многое? Одно. Вот одно это. А вот там вы другое прочитали, наверное, в этом месте, что одно это многое. Потому что если вы берете это одно, во-первых, оно неотделимо от этого многого. То есть никакого человека без человеческого общества, без того, чтобы это общество его воспитало и сделало человеком, не может быть. Поэтому одно это многое. То есть в нем, в этом самом человеке. В этом человеке, в этом одном есть вот это большое одно. Ну а если большое одно и малое одно отличаются, не отличаются с этой точки зрения. И так можно понимать человечество. И каждый человек – это вот момент этого человечества.
И кроме этих моментов этого человечества, никакого другого человечества нет. Потому что все человечество состоит вроде из таких вот отдельных единиц, из единиц. И вот то, что вот здесь написано, кажется, что вот он много на эту тему рассуждает, одно и многое. И что вроде бы зачем, это туда-сюда ходит, и так получается, что есть... Посмотрите, как он рассматривает притяжение и отталкивание. При первом чтении, не знаю, как вы, вот я при первом чтении думал, что это вот как в физике, он так вроде показывает, как происходит отталкивание, как происходит притяжение. А потом он обстоятельно объясняет, что тут имеется в виду не то, что они в наличии находятся и потом отталкиваются. Нет. Отталкивание в смысле порождения. Самого себе. В смысле порождения, что оно выталкивается. Одно, вот множество. Да, отталкивание – это отрицательное отношение одного к самому себе. К самому себе. То есть как бы выталкиваются эти одно. Но когда они выталкиваются, они никакими границами не разделены. Ну и я хочу заметить, что вот если взять прямую числовую ось, то вот вся теория чисел крутится вокруг этой вот прямой, и это грандиозный вес математики. Вот есть такая книга, вот такой толщины называется, Боревич Шапаревич, теория чисел, вот такой толщины. Причем, если вы возьмете один отрезочек на этой прямой, от нуля до единицы, который называется континуум, то его мощность такая же, как у всей прямой, и все, наверное, понимают, что у него нет двух соседних точек. С одной стороны, тут много-много-много-много всяких чисел, то есть рациональные, вы можете тыкать, так сказать, и находить эти числа, и говорить, вот одно, но они, с одной стороны, разные, а с другой стороны, все они числа. А с другой стороны, двух соседних-то нет, потому что какие бы вы два числа ни взяли, между ними отрезок, отрезок это бесконечно много, его мощность такая же, как у всей числовой оси. То есть нету двух соседних точек. Поэтому здесь вот это, так сказать, выдергивание отдельных чисел, которое можно делать, совместимо с тем, что их вот в то же время бесконечно много, и они и непрерывны. Они и неразрывно стоят. То есть вы можете их отдельно повыдергивать. Но это уже делают математики, там специально указывают, выщипывая эти точки. А вообще напрямую, они же, ну вот в соответствии с тем, как здесь понимается, это непрерывность у Гегеля. То есть, какое движение может быть этого для себя бытия? Вот только вот движение как одно, потому что к осознанию того, что здесь все стало вот этим одним. А как одно, и в силу его отрицательной природы, оно выталкивает из себя такое же одно, или такие же одно. И там, где одно, там и многое. И Гегель не случайно приводит древнее изречение. Он, как всегда, там в некоторых примечаниях можно найти, откуда он все взял. А примечание, что одно есть многое, а многое есть одно. Причем это легко доказать. Многое где? Оно же одно. Многое. А одних их много. И вот, собственно, вот это вот движение, это вот одного, порождение этого вот других одно, и получение этого многого, которое есть при этом, тоже одно, при том, что в отталкивании, вот в этом порождении присутствует момент притягивания, потому что они вот не распадают. Еще раз, надо попробовать примера. Вот когда мы как-то говорим, такое, ну, одно, как бы оно само вот, движется, порождает, ну, самого какое-то да. Движение есть. То есть внешнего ничего нет по отношению к нему. Ничего нет. А вы тут когда нам про прямую рассказывали, вы говорите, мы выбираем точки. Как точки сами выбираем, мы можем их выбрать. Нет, вот приведите пример, когда вот само одно движется, вот без само. Внешнего, без какого внешнего выбора мы взяли, мы смотрим. Вот это результат этого движения, это прямая. Что значит движется? Вот оно и движется. Где вот? Как вот точка вот саму себя выталкивает? Очень просто. Получается точка. А вот очень это, как это? Это в логике получается. Когда получается количество, это же не прямая. Когда Гегель говорит, это вот уже результат этого количества. Прямая – это результат количества. А количество он берется как некое бытие, для которого граница безразлична, да?
которая сохраняется при изменении границы, которая есть безразличная граница. А уже определенное количество – это квант. Дочитали до этого? Да, это дочитали. Ну, так что, это что определенное полностью количество. А что вы хотите от количества? Если ведете речь только о количестве, есть только это движение, есть туда-сюда, а нет никакого определенного количества. Мы просто говорим о том, что если мы хотим понять, что такое бытие, которое называется словом «количество», это такое, для которого граница есть безразличная граница, что изменения количественные, изменения есть, есть. А в чем смысл этого изменения? А в том, что качество не меняется. Изменения есть, а качество не меняется. Ничего не меняется, потому что нет качественной границы. Поэтому и не меняется. Вот так. И когда речь идет о таких изменениях, когда качество не меняется, это какие изменения? Количественные. Вот это вот надо осознать. И дальше у него есть там вот такое высказывание, что количество есть более глубоко понятое качество. И это понятно. Ну это понятно. Потому что оно более сложная категория. Конечно. Ну и все. А как вы можете быть, если вы хотите более глубоко понятые, значит вы уже не можете двигаться так, как вы двигались на этой поверхности, когда вы переходили через границу, переступали, ничего тут не переступаете, нет тут никакой границы. Все количество, все это изменение сводится к самопорождению этих самых одним. И к тому, что многое, которое получается, это тоже одно все равно. Вот это многое одно. И не отличаются эти вот между собой, это одно и многое, никак, правильно? Потому что многое тоже одно. Как вы их различите? Причем мы с вами знаем, если забегаем вперед, что вот в учении о сущности там есть понятие различия. А уже в начале науки логики мы говорили о разном, разность бытия и ничто. То есть разные и все, не спрашивайтесь, чем они разные. Нельзя спрашивать, потому что нет, и ответа нет на это. Ну чем, как, в чем разность бытия и ничто? А в том, что это бытие, а это ничто, и все. Они по порождению разные категории. Одно противостоит другому, а чем они отличаются? На это ответить нельзя. И вообще вопрос о различиях, вот есть разность в учении о сущности, одинаковость, неодинаковость, и потом еще и различие. А уже когда различие, вот потом еще и противоположность. То есть там большое еще движение. А мы находимся, я не только не на полпути, а в первой части, в первой книге. Правильно? По крайней мере, здесь три крупных раздела. Это качество, которое закончилось у нас. Мы закончили изучение качества, дошли до чего? До того, что все одно нам теперь. Вы поняли, Илай, что нам все теперь одно? Это прискорбно вообще. Вот вы их, это вам не нравится. Я скорблю по этому поводу. Я чувствую, вот так все красиво. Вот, а там поэтому Гейль говорит, что утешить вы себя можете вот этим. Там такие слова. Заметили, нет? Утешить себя тем, что это вот так и примерно и понимается. Причем при этом изучении, несмотря на то, что мы знаем, что все время идет развитие, ну как-то хочется пойти по той же дороге или таким же путем. А здесь получается, что таким же путем уже не пойдешь никак. И все вот уже другое движение. Это движение тут есть, но какое это движение? В каком смысле движение, понимаете? В смысле вот по самопорождению одного, а что тут? Вот одно порождает одно, что нам еще? У вас родители породили, что у вас такое у вас есть? Вы кого-то породили уже много, и одних, и все это ваши дети. Ваши дети, чем они, хуже или лучше, что вы скажете, что это вот плохой ребенок, а это хороший? Они для вас одинаковые. Одинаковые совершенно, потому что это ваши дети. Вот если бы не ваши дети, тогда мы можем сказать, что это вот мне не нравится эта девочка, а эта девочка больше нравится. Но если это ваши дети, то извините. Если родители начинают говорить, что они для нас эти разные, ну это уже плохие родители. Не так ли? Все равно дети разные. Что? Дети-то разные, все равно. Они же в разное время родились. Даже они, вот им уже 60 лет, а они все, вон, посмотрите, как это, Борис Николаевич, у которого мама 102 года, мамочка там его по телефону воспитывает. Дети. Маленький ребенок, как он есть и есть. Ребенок есть ребенок. Твой. Твой ребенок, и вот и думай о нем.
в этом смысле люди все, можно сказать, что если люди, они, вот это значит, он в общество входит, а это изгой. Вот что делает, или страны, как вот пытаются, значит, есть разные страны. Вдруг американцы объявляют США, что это вот страна изгой. Это что значит изгой? А тут вот, вот это вот мы сейчас говорим. Их много, этих стран, их больше сотни. Количество одно идет. И все одинаковые страны в этом. Одинаковые в каком смысле? Ну, в том смысле, что это суверенные государства. Раз суверенные государства, как вы можете их, так сказать, вот так вот их выставлять куда-то в сторону и говорить, что это изгои, их жить не должны, они не должны жить. Или это делается публично, как в отношении Кореи было или Ирана. Или это делается, они же изгоями считались, Иран и Корея, да, северные. Или это делается просто на практике, как Ирак и Ливия. Дескать, там мы не объявляем, что страна изгоя, а просто мы ее уничтожим, нет такого государства. Нет государства теперь Ливии, нету. А в Югославии, вот видите, были, как одно переходит в многое. Пришли, разбомбили, войска направили, теперь много югославских государств. Я считал, я вечно никак что-то забываю какие-то, пропуская там, значит, Сербия, Черногория, Хорватия, Македония. Босния и Герцеговина. 5. Больше ничего нету? Косово. 6. О. Вот многое. А было одно. Словения. Больше Словения. 7. Так страна одна или много государств? А страна вроде одна. А тут же и много. И ни на какие границы не посмотрели. И есть границы, а ничего границы не означают. Не было никаких границ, границы вдруг появились. Да. И много стран появилось после разрушения Советского Союза. Это хорошо? Много суверенных государств, союз суверенных государств. Союз независимых государств. Вот. Ну вот, собственно говоря, а в итоге этот переход, ну вот Гегель должен был этот переход осуществить, никто больше никогда его нигде не осуществлял. Я, по крайней мере, не знаю нигде, ни у кого больше перехода. Кто-то говорит про качество, еще говорят некоторые про количество. Некоторые говорят, что есть закон количества, перехода количества в качество и обратно. Такую, это я неоднократно такую глупость читал, как это обратно, все, а вот логика идет туда-туда, потом раз и обратно пошла. Потому что на самом деле, когда снова всплывает количество и качество, то, что оно всплывет, я думаю, вы не удивитесь. Почему? Количество включает в себя качество. А раз оно включает в себя качество, значит, оно качество должно снова появиться. То есть оно не может бесследно исчезнуть, раз оно в нем есть, то оно, так сказать, должно появиться снова как качество, а количество себя в этом смысле отрицает. И вот, ну тогда что будет? А тогда количество тоже будет иметься. Тогда будет качество, количественно определенное. А сейчас вот нет такого, что оно количественно определенное качество. Нет этого. Поэтому и не качество, а вот просто количество. А раз количество, то здесь нету никакой границы, поэтому здесь все такое вот мутное. А в каком смысле мутное? Не за что зацепиться. А и хорошо. Потому что в количестве есть безразличные границы. Вот как говорят, зачем ему столько денег? А, потому что денег чем больше, тем лучше. Их много не бывает. Потому что если деньги это абстрактное богатство, и не просто символ, а и выражение абстрактного богатства, то, так сказать, и тот, кто гонится за абстрактным богатством, кто своей целью ставит капитал, для него не может быть вопроса о том, чтобы уже достаточно. Потому что чем больше капитал, тем лучше. Правильно? И это единственная мера, которая тут есть. Какая мера тут? Безмерная. Чем больше, тем лучше. А вот когда всплывает качество в количестве, уже получается мера. А не получается снова переход количества в качество. Количество переходит в меру. Качество переходит в количество. Количество переходит в меру, в которой там есть и качество, и количество. Но вид, общий вид какой? Количество. Качество. Количественно определенное. Есть пределы этого, так сказать, изменения количественного. А тут еще, пока мы говорим о количестве, как раз вот здесь-то никаких пределов и нет. Это вот должно вам понравиться, Иванович. Вот здесь вы можете кататься как хотите. Здесь нет никаких ограничений, никаких границ. Полная свобода. Много, одно, ничем не отличается.
И много есть одно, одно есть многое. Если они не прямо есть, то одно другое предполагает отталкивание, предполагает притяжение, притяжение предполагает отталкивание. И одно кажется, что сначала другому может просто отталкиваться без всякого притяжения, а потом получается, сколько бы оно ни отталкивалось, раз оно находится в соотношении друг с другом, значит, они могут считать, что и притягивается. То есть все попытки отсюда выбраться и как-то закрепиться на каком-то, так сказать, твердом в этом смысле определенном месте, это стремление к определенности, а стремление к определенности, стремление к границе. А здесь граница безразличная. Вот это у вас вот угоняет в тоску. А почему все-таки, возвращаясь к так называемому закону перехода качества в количество, почему Энгельс выделял эти три закона отдельно? Количество в качество, наверное. Изменение, качество изменений. Количество и качество. Вот он прямо пишет три закона диалектики природы. Он не говорит, что он тремя законами. Он о законах природы говорит. А мы? Как-то вот здесь он я дал думаю, маху. Что, я думаю, он не дал ни в коей мере маху. Он как раз, пока вы не добрались до меры, говорить о том, что превышение какого-то количественного изменения приводит к изменению качества, невозможно говорить. Это мы забегаем вперед. Это вы тоскуете, потому что мы еще пока в количестве сидим и не добрались до меры. Читайте дальше и порадуйтесь. Нет, он и там вообще чуть ли не свалил как бы диалектику к трем законам. Он не свалил, он упростил для тех. Ну вот смотрите, нет, сколько... он не смог изложить там на самом деле. Там у него почему не смог? Один он закон изложил, а он не считал. Просто, а он не считал, что это нужно излагать. Он считал, что люди должны сами считать. Он не дописал. Гегеля. А? Не дописал он там. Записал, он записал, что единственный компендиум диалектики есть. Это да. Ну так Энгельс это написал, не кто-нибудь другой. Энгельс написал, что компендиум диалектики науки логики Гегеля. Что не надо по Канту изучать, изучайте по науке логики Гегеля. И они нигде, если вы возьмете вот то произведение, которое вы изучали, и которое сейчас вот у Павла Борисовича, он тоже вот там Энгельс решил изучить. Вот это произведение. Оно все произведение обсуждение. Что бы сказал старик Гегель по поводу этого? Потому что для них это колоссальный авторитет. А дальше уже авторитет, Гегель уже не был авторитетом, можно сказать. Все, его отставили в сторону, мы диалектику учили не по Гегелю, мы выучим три закона и будем диалектиками. А мы будем диалектиками, если выучим три закона. Я хочу сказать, что у нас наш ректор, академик Александров, который был геометром и в то же время философом достаточно известным, вот, и который прекрасно знал диалектику, изучал ее, он у нас читал лекции в актовом зале нашего университета, где еще не было вертушек, которые отсекали всех, кто хочет стремиться к зданию и хочет прийти в университет, чтобы что-то узнать. И вот там все было набито битком, и он рассказывал про 16 элементов диалектики у Ленина, ссылаясь на конспект науки логики Гегеля. Почему 16? Ну, потому что 16 он насчитал. А потому что можно и больше насчитать. А потому что вот это много есть одно, много элементов диалектики у Ленина. И Энгельс не настаивал на том, что только три есть закона. А если вы возьмете Сталина, вот я готовлюсь к завтрашнему занятию, у Сталина, говорится, есть законы политэкономии, которые отражают объективность. А это как понимать? То есть не спокойное явление, как у Гегеля, идеалиста Гегеля. Спокойное явление – это вот мы в объективном мире берем спокойное, устойчивое, в объективном мире, и называем это законом. А у Сталина это есть законы, не законы экономики, а законы политэкономии. И они отражают, действительно, это законы все-таки мы будем под законами понимать то, что в жизни есть, или то, что в головах есть. В головах есть формулировки законов, это да. А законы, извините, не в головах, а законы... Кроме законов логики. А законы логики тоже, между прочим, они хоть и в головах, но они выведены из движения природы и общества и машины. Вот такая у нас получается картина с этими нашими переходами. Вот. Можно, конечно, все это упростить, Кирилл Валерьевич. Я вот чувствую, что вы удовлетворены. Я сейчас вас очень коротко, вам сразу предложу короткий путь и выход. Что такое количество? Можете ответить на этот вопрос? Снятое качество. Снятое для себя бытие. Вот. Вот, Виктор Иванович, вот он знает.
Чувствуете уже опыт? Не пропьешь опыт. А вам снятие известно вам? Да. Вот количество это снятое для тебя бытие. Эта формировка у Гегеля записана, вы ее найдете. И, наверное, уже видели ее. Количество это снятое для себя бытие. А то, что это вот там длительно, долго это излагается, как снимается, ну, это надо как-то с этим сжиться. Если вы найдете там какие-то неправильности, укажите, мы их разберем. Вы нашли что-нибудь неправильное? Где? Ну, вот у Гегеля, когда он это снятие производит, нашли? Если найдете, скажите. А если нет, ну, это вот с этим надо смириться. А в чем дело? Почему так это мутно все излагается? А потому что, это почему мутно? Потому что нет ничего определенного. Ну нет определенного, что-то определенность, дальше уже граница. Правильно? Определенность это качество. А от качества ушли еще и до количества не дошли. Какое может быть здесь определенное? Поэтому здесь такое вот неопределенное какие-то рассуждения все время с постоянным отрицанием. Одно скажет, хотя это отрицание того, что вы сказали, вообще говоря, не противоречит природе диалектики. Там говорят, вот только что сказали, что они вроде как самостоятельные, но скорее не самостоятельные. Они такие, но вроде бы как раз и не такие. И то есть каждый раз берется какое-то положение, а потом доказывается, что второе тоже противоположное имеет место. И вот в этом переходе как раз вот именно постоянно идет вот это. И одно, и другое, и одно, и другое. Нет такого, чтобы он сказал и поставил точку. Раньше мы как бы переходили сразу к следующей категории. Раз, и пошли. Потому что, хотя там тоже были всякие природы, вот качество, это что? Качество, это бытие или не бытие? Сначала не бытие. Как сначала? Качество, это бытие. Качество, это бытие, с самого начала. Но качество, это что? Определенность? А определенность это бытие или не бытие? Определенность? Да. Что вы думаете, Виктор Иванович? Взяли бытие. А? Это отскакивать должно от зубов. Не бытие принято в бытие, так что конкретная целая имеет форму бытия называется определенностью. Не бытие. Не бытие. Вот я схватил это, чтобы лучше рассмотреть. Взял это не бытие, чтобы лучше рассмотреть. Бытие. И получилось качество. То есть получилось не то. Не определенность я уже держу в руках, а уже бытие. Хотя вроде речь идет об определенности. То есть качество это такое небытие, которое взято как бытие. То есть взято так, как брать нельзя. А как можно взять? А никак нельзя иначе взять, потому что если вы берете отрицательное, то оно превращается в положительное. Так а вы почему выводы делаете тогда про него? А вот мы и не делаем выводы дальше, начинаем его подгонять, чтобы оно... И рассматривать, подгонять к тому, чтобы его рассмотреть, по крайней мере, не только как бытие, а как бытие в противоположность небытию, или противоположность ничто, и как ничто в противоположность бытию. И тогда, наконец, добираемся до отрицания, и вот это отрицание, это уже не качество. Вот это отрицание, это все-таки отрицательная природа и определенность себя проявляет. И потом она снова проявляет, там уже в границе и так далее. Возвращаясь к Энгельсу. Страница 385. Диалектика природы. Раздел диалектика. Пункт 1. Закон перехода количества от качества и обратно. Ну это Энгельс написал отзыв. Я считаю, общество полное собрание. А диалектика природы это книга или это сборник? Вот я и говорю, что А диалектика природы это книга? Я говорю, он и не написал, наброски какие-то получаются. Это наброски, да. Что? То есть можно ли это наброски? Можно ли это наброски? Почему он дал маху? Вот что вот он написал, закон перехода количества в качество и обратно, точка. Вот откуда это все берут. И я просто неоднократно, просто если мы будем говорить, что этого нет у Энгельса, так вот и у Энгельса это есть. Неоднократно в диалогах с различными товарищами и гражданами я встречал, что вот Энгельс сказал закон перехода количества в качество и обратно. Может, он против Энгельса? Ну, если изменилось качество, у вас меняется количество? Можно сказать и обратно в этом смысле, но в таком... Вы же ведь тут не берется смысл, выхватывают и все, никакого смысла не разбирают. Я согласен. Ну, если вы, так сказать, создали другого, иного качества, скажем, средства производства, то количество, которое вы произведете, будет намного больше. Поэтому вот вам и обратно. Вы получите количество, но сначала измените качество. Правильно? А можно не менять качество, можно продолжать, так сказать, при этом качестве
давай-давай, вручную все делать. Поэтому другое дело, что закон здесь можно понимать как нечто очень выспренное и высокое. А у Гегеля понятие закона не выспренное, и я думаю, и у Энгельса не очень высокое. Что такое закон, согласно Гегелю? И Энгельс никогда с этим не спорил. Это что такое? Спокойно. Ну, да спокойно, сколько явлений, столько и законов. Не три их, по крайней мере. Как может быть? Явлений так много, нет, а закона я только согласен, три. Но просто... Ну и хорошо, то есть это вот закон, что как изменится, качество и количество набегает быстрее. Если вот тут внимательно посмотреть, то он обросках только вот об этом первом законе сказал, а во вторых двух. Ну, я хочу сказать, что сказать. У меня, например, было впечатление, когда я первый раз прочитал диалектику природы, что это, ну как у человека вот всякие. Ну да, наброски такие. Отрывки вот он читал или пытался давать материалистическое статование разным всяким кусочкам. Ну, очень самый связанный кусочек это вот этот набросок о роли труда в превращении человека и обезьяны в человека. Самый. А все остальное носит характер чего? Вот когда прочитаешь науку логики Гегеля, тогда хочется поговорить с каким-то знающим человеком, как это трактовать материалистически. Тогда вот это все, то, что Энгельс сказал, имеет богатый смысл. Точно так же, как вот эти разговоры Маркса и Энгельса между собой, поскольку это разговоры по поводу того, что сказал бы старик Гегель. А сами по себе оторванные от науки логики, они так какого-то интереса не могут представить. Для тех, кто не изучал науку логики Гегеля, они вообще темный лес. Непонятно, о чем люди говорят. Делать нечего, они говорят о каких-то абстрактных вещах. Поэтому Энгельс думал о том, как популяризировать это дело. И он вообще это не рассматривал как нечто противоположное тому, что сказал Гегель, а только вместе с Гегелем. Правильно? Понимаю. И мы также с вами делаем, мы не собираемся составить новый труд, вот. Хотя у нас были попытки в советское время все время делать некую отдельную материалистическую диалектику, помимо вот этой, не материалистически истолковывать, как Ленин сказал, давайте материалистически истолковывать. Но если истолковывать, так сколько будет законов? Нет, понятно, что если истолковывать, то закон. Марса будет. Своя диалектика какая-то отличная. Она не своя, она диалектика экономической жизни. Но это применение все-таки гегелевской диалектики, ну, гегельский диалектик к материи, к развитию и общему. Определенному, да. Определенному материалу. А какой, если материал другой, то другая диалектика. Другая так, диалектика. Другая смысле, диалектика. Так, диалектика другая. Же. Ну, а применена, они же, он же взял. Он гегелевскую диалектику применил или свою какую-то выдумал? Он применил гегелевскую диалектику, вот, и получилась диалектика другого предмета. Но диалектика, а не просто диалектика. Предмета может быть, да. Диалектика другого предмета. Почему? Потому что он взял гегелевский метод. А метод есть осознание формы, внутреннего самодержания, содержания этого предмета. А содержание другое. Раз содержание другое, а люди примитивные, они что делают? Они говорят, значит, о, первая начальная категория какая у Маркса? Товар. Значит, товар – это чистое бытие. И вот прямо сейчас мне пишут такие вот ответы. Дальше, следующая категория какая там пошла? Наличные бытие – капитал. То есть берут и из Гегеля выдергивают, значит, таблички и навешивают на те категории, которые есть у Маркса. А Маркс, он рассматривал ту область, в которой другая первая категория. Она не абсолютно первая, она не первая в науке, она первая в политэкономии, правильно? И первая в политэкономии, не вообще в политэкономии, потому что если возьмете рабовладение, то не так. Если вы возьмете феодализм, то тоже не так. У нас нету, не написано, так сказать, политэкономия феодализма в диалектическом виде, и не написано политэкономия рабовладения в диалектическом виде, правильно? А вот политэкономия, и в широком смысле нет политэкономии, поскольку, как говорил Энгельс, надо, чтобы каждое было написано. А вот политэкономия этого самого капитализма, вот оно написано. И там есть первая категория, там что из него вытекает, какие получаются противоречия, как они разрешаются. Там этот есть переход от форм стоимости, от одной к другой, наконец к деньгам, развитие денег в капитал. Так, потом, значит, кроме процесса производства капитала, идет обращение капитала, потом второе, потом процесс производства взятый в целом. Что это, там такая же логика, там другая логика. Там не может быть такой логики. Там это применяется вот все эти категории, но логика-то развитие и движение категории другая. Какое содержание? Самодвижение. А? Внутреннее самодвижение. Другое, да. Самодвижение, содержание. Маркс
осмысливает эту формулу, которую да, мы смысливаем. Да. Но речь это о чем? Это логика самого, логика как логика. Вот это содержание логики никто не собирается понимать. Есть формальная логика, которую разработал Аристотель, и это, только разные есть попытки ее формализовать, там, в том числе в логике, там, математической логике, как в разделе математики и так далее. И есть вот диалектика, которую можно применять, но диалектику заново делать нет никакой нужды, она в этом смысле сделана Гегелем. Все, этот вопрос закончен. Поэтому вот все разговоры, вы можете к Марксу предъявить претензии. Я бы тогда, когда нашлось бы время для таких занятий, я бы на двух печатных листах. Это 48 страничек. Это то, что сделал Гегель в «Философской пробедевтике», между прочим. Я бы на двух печатных листах изложил бы то рациональное, что открыл Гегель и сам же мистифицировал. Мистифицировал только в одном, что это понимается в идеалистическом смысле. Вот и вся мистификация. Но, как сразу отметил Ленин, когда сам изучал, что вот начинается с чистого бытия, звучит вполне материалистически. Что вам еще надо? Вот из бытия все выводится. Понимаете бытие как материю, и все. И, между прочим, основной вопрос философии, как формулировали Маркс, Энгельс и Ленин. Что первично? Бытие или сознание? Сознание или бытие? Бытие в смысле тождество с материей. Поэтому читайте, что это вот ваше чистое бытие, это самое абстрактное понимание материи без дальнейшей определенности. Материя и все. Начните с того, что есть. Материя это то, что есть. То единое, что есть. А если уже у вас отражение этой материи где-то есть, и она у вас удваивается, тогда что-то одно из них материя, а другое только... Значит, отражение каким-то куском материи, всей материи, и, так сказать, и высшей материи. А сознание есть? Материи. Что? Сознание есть? Да. Я материя. Сказал то, что единое, что есть. А что в этом смысле слово единое вот здесь понимаете? Единое означает, что если вы берете сознание, то вы уже берете не материю, а свойство ее, а это ее определенность, это ее отрицание. Это понятно. Еще сознание – это отрицание материи. Это понятно. Это мы все знаем, что вот оно в определении материи единое, в этом смысле есть. Его нет. Но если это отрицание, вы согласны, что оно противоположно бытию? Кирилл Валерьевич. Ну, хорошо, да. Ну и все. Значит, оно не есть. Не бытие оно. Но оно в том смысле, что оно едино с бытием? Оно есть как отрицание. Материя. Но наше свойство организованного материи, оно отрицание материи. В самой материи. Отражение материи тоже ее отрицание. Я вот беру Виктора Ивановича, смотрю на него, отрицаю то, что он есть. И забираю себе в голову. Вот у меня вот здесь он, Голко, сидит. А это сейчас идет. Вот пусть идет теперь, а здесь он останется, я все равно. Куда я пошел? То есть если уж копаться, ну тогда уж мы действительно берем, всякая определенность есть отрицание. И сознание, конечно, отрицание. Относится как. Ну, свойство человека, любое свойство человека, это что? Это его определенность, а определенность и отрицание. А вы его вырвали и взяли это сознание, как бытие, Кирилл Валерьевич, как качество. А оно не качество. Я и хочу понять, что означает слово единое в определении материи. Вот это и означает. Не вы это на каких-то примерах только объяснили, а вот объяснить. С точки зрения понятия вы не смогли. Что такое единое с точки зрения понятия? Что, в чем единство, чего с чем? Единое это значит, что не противоположная форма. Там не соединяется одна и противоположная. Ничего, это еще сложнее, вы себя всех запутали. Что тут непонятно? Вся диалектика построена на том, что так сказать, есть положительное бытие, есть отрицательное, ничто. Ну. Значит, сознание выступает как ничто. Или как отношение к чему? Отношение к бытию. Если вы говорите сознание, то это бытие. Это вы когда его отдельно рассматриваете, оно у вас становится бытием. А пока вы не рассматриваете его отдельно, когда берете единое, этого сознания нету как ничего, как еще одного отдельного. Поэтому если брать единое, то что есть, то единое, что есть, никакого сознания нет. А сознание уже можно рассматривать. Что есть?
А вот то, что есть, называется бытием. А в этом бытии уже есть, так сказать, наиболее развитое бытие, у которого есть такая определенность, то есть отрицание, которое называется сознанием. Вот и все. Слушайте, а развитое, если вы берете единое бытие, то развитое бытие – это не отрицание единого бытия? Кирилл Валерьевич, так сказать, не сразу появилось это самое сознание. Это еще материя долго-долго развивалась для человека. Поэтому, когда вы берете, хочется понять, когда вы берете то единое, что есть, это то, так сказать, когда вы не берете внутреннее отрицание, а берете, так сказать, то, что есть, и все. Сознание не относится к тому, что просто есть. Оно есть как ваша определенность. Его нету просто как бытие. Она всегда выступает как отрицание какого-то бытия. Потому что это определенность человека, определенность материи, определенность высшей формы материи. Поэтому оно не выступает как бытие. Это вы его рассматриваете как бытие. Но все время настырно, настоятельно хотите вырвать его и рассматривать его как бытие. А если вы его отдельно берете как бытие, то у вас два бытия, и не единое тогда у вас материя получается. Что я и хотел подчеркнуть словом «единое». Михаил Ильич, сознание, говорят, в голове. В голове, да. Поможет ли? Поэтому, чтобы отрубить сознание, надо отрубить голову. А не в реальности. Так, ну в наше время истекло. Итог-то подведем, нет? Итог? Да. На чем остановились? Мы остановились на чем? Что сегодня мы совершили переход качества в количество. Это означает, что надо это читать. Раз почитать, два почитать, три почитать. Я хочу вам сказать, что я написал кандидатскую диссертацию на тему соотношения качественного и количественного анализа в марксистской политэкономии. Сказать, что после этого я понял этот переход, я бы сказал, что это было чрезмерное заявление. Вот. Причем это было в 1971 году. Должен сказать, что я, готовясь к нашим занятиям, ну вот, я всегда этот вот переход таким-то мутным рассматривал. Дальше понятнее, там где мера, там хорошо меняется, количество, скачки, там так все хорошо, красиво. А вот это всегда очень сложный переход. И сложный он, как мы, я думаю, уже поняли, сложный именно потому, что мы не привыкли иметь дело с тем, что безгранично. Нет границы здесь никакой, нет границы, нет определенности, и поэтому вот это и движение, которое не есть движение. Оно не похоже на то движение, которое мы обычно, с которым мы обычно имеем дело. Количественные изменения или в чем? Качественно, не врать так. Вы пугали движение сущности, ничто теперь еще есть. Ну, это мы на подходе. Люди уже бегут от вас. Когда вы слышали, что это возможно, и голова лишится. Его там... Причем отрывать никто не будет, сама отвалится. Вот таких занятий. Количество – это определенность безразличной к бытию. Да. Она же определенность. Да. Она такая, как качество, которое там вместе с бытием неразрывно. Да. Но количественная определенность, которая не превращается ни в какую границу. И не является качеством. Вы такую определенность никогда не видели. Что вы хотите сказать определенность? Что-то новенькое. Что-то новенькое. То есть есть тут изменения, то есть что поднимается под количеством? Количество, между прочим, это бытие. А чего вы взяли, что это определенность? С чего вы взяли? Это бытие. Нет, согласен, бытие. Да. Количество – такое бытие, которое безразлично. Вот для себя бытие, как гармония, туда-сюда, а все то же самое для себя бытие. И хотите, пример, возьмите всю Вселенную, которую я объехал, не могу. Или себя возьмите, или человека, или микромир, и туда бесконечность, и туда бесконечность, одно и много, и вся материя это едина, одна материя. Вы сколько материи рассматриваете? Вы сами тот, кто нам рассказывает, что одна и много, значит их и одна, и много. Нет, материя одна. Как это? Секундочку. Сами говорили же, что одно есть многое, вот одно есть много, а много есть одно. Значит, если материя одна, значит она и многое. Нет, если материя одна, то значит, если я возьму те одни, из которых это самое одно состоит, многое это состоит из одних, и они неразличимы, и так одно,
Кирилл Ильич, одна материя, можно сказать, вот одно. Вот одна Земля, вот одна Венера, вот одна Солнечная система. Единство, да? Мира и все, его материальности. И все это одно, 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 а в целом тоже одно. Ну и про то можно сказать одно, и про это одно. Так вы сами говорили, что одно отталкивает себя. Отталкивает. И получается еще одно. Материя отталкивает себя, получается. Еще одна материя. Отталкивает все время. Просто материя. Вот даже физики говорят о расширяющейся Вселенной. Видите, как она отталкивает? Она в буквальном все смысле отталкивает, но, наверное, не все время. Она еще и притягивает при этом. Потому что отталкивает, отталкивает, а потом черная дыра. Такая плотность, которая, так сказать, предполагает, так сказать, стягивание очень большого, так сказать, большой массы чуть ли не в точку. Вот, так что и в физике такие вещи есть. А что там Ленин написал «Темная вода»? Про какое место? Темная вода и не раз. Вот как раз про эти про места. Эти места и писал. Я с Ленину согласен. Нет, он не так. Нет. Он написал, темная вода вернуться, Виктор Иванович. Вот я возвращаюсь туда. Он имел в виду вас. Все, говорит, найдутся люди там, Галков, Павел Борисович, Войтов, Кирилл Валерьевич, и они вернутся. Сюда. Сначала взглянуть на количество, да? Ну да, количество. Книга «Бытия» закончилась. Михаил Васильевич, фраза «Единство мира в его материальности». Да. Книга «Чисима». Ну это и значит вот единая материя. Весь мир, если говорить о единстве, вот что одно, мы в материи. Есть одно, материя, больше ничего нет. А все остальное, что есть, и тоже как характеризуется как есть, это какое-то отрицание, которое взято и рассматривается как бытие. На самом деле оно отрицание. Вот, можно так трактовать. А на самом деле только материя есть. Да. Это как момент. Да, все остальное только не просто как момент, как определенность даже. Ну вот уже сознание, оно это же определенность материи, я с ним помню. Это некое отрицание. Небытие. Это не. Но оно берется, но если мы о нем говорим, тогда мы его подаем как положительно. И хотим поставить на тот же уровень, что материя, то есть тоже оно есть. Оно есть вторично. Оно есть потому, что мы только его взяли на рассмотрение, а не потому, что оно есть изначально. Не изначально никакого сознания в материи, которое наряду с другими частями материи, нету. То, что материя, это есть одно. То, что есть, одно. Единство мира и его материальность, это вот как раз эта мысль очень глубокая у Энгельса. Поэтому, например, мне не кажется, что это удачно, хоть и говорят, что это определение материи у Ленина, по материализму перекризиса. Во-первых, сам Ленин не говорит, что это определение. Он говорит, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Что здесь говорится? Ну, здесь говорится о соотношении сознания и бытия. Вот о чем здесь говорится. Потому что иначе, если считать это определением, чтобы знать, что такое определение, что такое материя, надо знать, кто такие мы, поскольку данные нам, что такое ощущение, еще что такое данные и кем. Данные. Что такое объективное? И какие ощущения? Ощущения. Объективная реальность. Данные нам в ощущениях. Ничего себе. То есть под понятие определения это никак не подпадает. И мы с вами изучали определение. Определение это что, если одно слово взять? Качество. Качество. Ну вот взял Энгельс, сказал, это вот единство мира и его материальности. Все. И больше ничего. То есть то, что есть. Бытие. И не случайно. Но они, кстати, вот это бытие, материальности, бытие, хотя пользуется, вот основной вопрос философии, бытие сознания. Но это бытие, как бы тут не говорится, что материя. Можно сказать, материя сознания. Можно сказать, бытие. То есть бытие это и есть. Вот то, что бытие, непосредственно бытие, а не непосредственно в результате того или иного движения или в результате появление каких-то моментов в самой этой материи, когда они тоже могут характеризоваться как бытие, вторичное в этом смысле. В этом смысле сознание вторично, а первично материя. Почему вторично? А не было сознания. Оно и даже исторически вторично. А первоначально нет никакой. Вы не можете себе представить, было сознание, а потом появилась материя. Вот это религия и идеализм. Вот сознание первично, а потом вот.
там создавал Бог на какой день, это не обязательно. Вот у Гегеля никакой там нету, там абсолютно идея все создает, но смысл тот же. Из идеи все вытекает, идея первична, нет никакой материи, а потом материя появляется. В том числе у него-то появляется мелкая такая материя, типа, значит, крепдешин, шелк и так далее. И то, из чего состоит. Как материя, как то, из чего состоят какие-то предметы. Вот материя, вещь там и так далее. Когда он говорит о материи. Так, ну мы все-таки закончили. Спасибо большое.